Всем привет, друзья! С вами снова мы, Артём, Артур и Григорий. Поздоровайтесь, друзья. Всем привет. Мы продолжаем проходить. Точнее, даже не проходить. Вряд ли мы ее пройдем, да? Пройдем. Пройдем по-любому, да. По-любому пройдем. И перед нами гигантская локация с кучей невыполненных квестов. Мы на Корусанте. Мы на Корусанте, да. До сих пор. Причем на чуть ли не самых нижних его уровнях. Да, сегодня. То есть сразу такой контраст. Экшоновая. Из светлых храмов такие трущобы. Да, вчера мы всю серию бегали, разговаривали. Сегодня будем бить людей. Да. Так что вперед. Да не туда нам. Почему? Нам туда тоже надо. Давай сюда сходим. Сюда тоже. Тут просто как раз вот... Смотри, тут граффити такое. Ага. Инопланетянское. Круто. Смотри, тут все мертвые. Что произошло? Герои Кэрри. Героическая арена, да. Давайте. Ох, я ж чихнул. Будь здоров. Спасибо. Спасибо, Джек Шепард. Не за что. Повезло. Прикольно. Нормально раскидали. Так, а что из них выпадает? А вы штучку подняли, желтенькую такую? Нет. Я поднял. Я тоже. Мне написано возвращайся и отдавай ее. Угу. Вроде бы. А, ну... нам еще надо дальше пройти. Так что и дайте. Народу просто толпы. Ну да. Ну, в данном случае это даже, по-моему, хорошо. Да, ну, да. Именно такие... в конце. Тут такие душные будут. Вот когда во время диалогов там кто-нибудь прыгает или грохочет, это, конечно, не круто. Это совсем не круто. А вот если в бою помощь пассивная, это совершенно другой случай. Особенно боссов, когда вот мы месим. Ну да. И, кстати, там серьезный противник, по-моему. Ну да, да. Я знаю. Поэтому дайте я присяду. А там Тём, уже... Тём вообще на забей. Да нормально. Ну он хотя бы наш будет теперь. Тут толпа такая, да. Ну, поднял это. Надо было успевать. Короче, его уже заломали, похоже, да? Да нет. Ты можешь вообще всех поднимать, или у тебя какой-то это там стоит? Типа по уровню противника критерий. У меня? Да, да. Ну, как правило, просто по уровню это все просчитывается. Кого попало, не поднимешь. А, понятно. Ну, не понял, по каким критериям это отображается. Иногда очень сильных поднимает, иногда не поднимает никаких. Так, нам нужно уничтожить этих дроидов. Хирургических. Так, а получается, я 4 тоже их взял, что ли? А нет, подожди. Там нажать консоль надо. Да вот он еще не нажимается. Подожди, а квест The Face я нажал, Matches, и мы зашли. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Тёма? Я в процессе. А, так. Ты где-то справа? Лечи, Джек Шепарда. Лечу. О, хорошо. Вот здесь, я думаю, в одиночку было бы страшновато. Ну да. Ну, вдвоем довольно сложно, я бы сказал, здесь было. Ну, плюс два героек. То есть на двух человек. Так, я, наверное, вон с тем разбирал. А, ну ладно, блин. Ладно, я уже въехал в строй. А нас пытаются убить, мы пытаемся убить их быстрее. Так, или чужик Шепарда. Что-то там больно вообще плохо. Давай. Нет, вроде пока норм. Да ты че творишь-то ты? Ок. Ну, вроде нормально. Ожил потихоньку. Угу. Да, я выдержал. Так, теперь, ребятки, подлечитесь маленько. Ну вот. Он наверх теперь. Сад Анрулис это прекрасно понимает. Да, потому что навешали тоже прекрасно. Так, а что, наверх, да? Наверх еще, да. Ага, точно. Хорошо, уже. У тебя уже бой начался. Ага. Не убегай, пожалуйста, вперед, Джек Шепард. А я знаю, что их тут мало, поэтому я... Бежать. Потому что мы просто еле бежим потом, когда бой начался. Ну да. Так, шо? А вот знаете, я такую штуку такую. Хадоукин! Шорюкин! Тик. Так, Джек Шепард, почему тебе так плохо? Ой-ой-ой, а кто меня так сильно выносит? Не знаю, вот этот все, кому не лень, посмотри на них. Дорожевые. Зря убежал от меня. Я вот ушел. Офигеть, хирургические дроиды называются. Ну раздают да. Раздают так. Да вашу мать, что ж они бьют-то меня?
Так, ладно, я отступаю и сатурниц начинаю лечить. Все, толково. А еще кто-то? О, 16 уровень. Грац. Еее, шика. Поздравлю. Спасибо, так. Все, ну я вот это лучше. Я не знаю, честно говоря, что тут прокачу, но я что-то прокачу. Надо, кстати говоря, к тренеру уже зайти. Мы, главное, были около башни Сената и так и не купили себе новые навыки. Да ладно. У людей, которые там по 10 лет в World of Warcraft играют, такие наши действия вызывают, как это сказать помягче, каскадный резонанс. Они просто пишут в комментариях, насколько плохо иметь личную жизнь, не уметь быть задротом. И не, как неправильно мы все делаем. Да. Подожди, не выходи. Он наверх еще, да? Да не выхожу, там Джек Шепард наверху еще зацепился. Я думаю, что-то, блин, вроде как еще не все. Да кто? А, роботы появились. Их не было, Артур, их не было, было два мужика, я поэтому напал. Ну да. Честно, честно. Вообще, ни разу не отмазаться. Да ты чё, ну блин, увидите потом. Ну гайс. О, аккомендация. Клёво. Бэтмен. Бэтмен. Нет. О, смотри, давай Джек Шепард. Разоры. Ну хоть не Рейзер. Хадукен. Это такой продакт плейсмент. Точно Хадукен. Шурикен. Не, Шурикен у вас. Ой-ой-ой, пацаны. Лечи его я тут. Мне кажется, у меня проблемы. Ну да, у тебя проблемы. Я не уверен, но мне так кажется. Это ж летнего, ну. Я, по-моему, зря улетел, да? Да, ты зря улетел. Черт. Черт. Лечи его. Да лечу, стараюсь. Он быстрее урон получает, чем я его восполняю. Ну да. Так, хорошо. У меня так много квестов, что я не понимаю, что мы тут делаем. Мы тут просто бегаем, да? Мы убили роботов. Должны дроидов все поломать. И должны загрузить какой-то, ну, да, список клиентов. Список клиентов нужно загрузить теперь. Да, с измененной внешностью. Чтобы потом их наказала республика. Да пребудет справедливость с нами. Факт. Джек Шепард, зачем ты бегаешь кругами? А, ну я теперь туда. В комнату, да. Где мы были уже. Ну, я думаю, я нажму и вам тоже засчитают. Не факт. Хотя да, засчиталось. Да. Все. Отличный был герой, мне понравился. Можно простенько. И со вкусом, да? Ну да. Так, что там, ребята? Мри! Хадукен! Шоурикен! Так прикольно. В куче стоишь, когда много мечей световых. Мигает. О, да. И звуки-то какие. Да. Он помрет вообще, нет? Что-то он довольно долгий. Ну, нас же двое всего лишь. Сколько у него? 11 тысяч, почти 12 здоровья было. Ну, давай я тоже поковыряю малёху. Дроид-бумер. Бум-бум-бумер. Давай, ломайся ты уже. Ломай. Давай. Да. Всё, почти касик опыта за него, нормально? Нормально. Нормально. Нормально, так же Шепард, подлечись. Yes, master. Хорошо, так, теперь... Убивать! Кого там опять убивать нашел? А, это афроамериканец. А по-моему... А, ну да, здоровый какой, смотри. Культурист, наверное. Да. Тёма, а ну-ка, Тёма, а ну-ка, покажи ему, кто здесь главный. Покажи ему мужика. Ну, пал. Кому показывать меня? Да отстаньте от меня, бьют, меня бьют. О, что-то зелененькое, рекомендация. Commentation. Good. Так, ну все. Отлично. В этом углу, походу, все. Теперь можно дальше вниз по карте пилить туда. Ну да. Дела здесь наши закончены.
Уходим. Дела наши закончены здесь. Уходить отсюда должны мы. И тишина. Тишина. Так, теперь мы пойдем там по этим платформам, как на Геонозисе. Подожди, Геонозис это же... Там, где войны клонов начались. Да, а вот эта планета, где клонов растили, как она называлась? Камино. Камино, да, вот как на Камино вот эти вот мостики. По ним сейчас будем бегать полчаса. Там наверху-то нет учителей, да? Нет. Это тут какой-то квест сдать спилить. Можно, походу. Ну да. Ну, насчет клиники, геройка. Ладно, мы тогда все это сделаем, потом вернемся, там раскачаемся. Ну, я уже да? на лифте начал подниматься. Куда? Ой! Ой, я доки открыл, ой, меня бьют. Типичная такая фраза моя, да? Ну да. Никто так не удивлен. Я открыл, а меня бьют. То есть, ничего нового. А, тут еще этих фигур. У меня только две. Подожди, я тогда еще кого-нибудь замочу сейчас. Да кого-то они же тут стоят. Того тут их резнулись уже куча. Так, Шепард Командер. У тебя все в порядке? У меня все хорошо вроде бы. Ну, на тебе вот маленько так, чуть-чуть так. Давай, вштыркни мне. На тебе, здоровье. Чё-то как ты у меня совсем мало лечишься. Чё-то у меня вообще ничего не было, по-моему, даже. Не показали, что. И вы не трогаете Джека Шепарда, нет? Улетели. Нет, да, такие. Нифига не дали, сволочи. Так, 6 из 8, у кого сколько? 6 из 8. Сейчас будет 7 из 8, похоже. У меня 7 из 8. 2? Да. Капец. 2 из 9, да? Мне кажется, что тут не так, да? Все, последнее. А, нет, 7 из 8 только. Мне все. Мне еще одну. Так. Артемка там дерется, один бедный. А че, куда он ушел? Да он вообще тут что-то мутит. Хватит трогать Артемку. Все. Я пришел и всех выиграл. Подожди, надо теперь ему собрать. Такой крутой. Никого нет. А видишь, не появляется. А надо вот внизу он. А, тут тоже всех убили. А вон сидит. О, справа. Зыпа. Один. Они в куче тут спрятались. Ну да. Сейчас у меня 17 из 18 убиты. О, мы тебе бонусную миссию завершили, Артур. Ну да. Ух ты. А, мне тоже. Ой, что за мной тут летает такое? Да, такая штука прилетела, показала нам сообщение. Всякие штуки. Вы, козлы, такая и улетела. Нет, она сказала нам положительные вещи. Положительные, говорит, тенденция, однако. Ну где? Тенденция где? Положительная, да. Где эти штуки? Сейчас найдем. Нам, кстати, вообще не туда. Но мы ищем эти штуки. Давайте искать в другой стороне эти штуки. Ты так думаешь? Да. Нам у нас вообще квест. Не, ну мы тут попадаем просто под поиск этих штук, поэтому они тут могут быть. Да, почему бы и нет. Попадаем. Оп, неждан. Го. Просто сломали. Не было попадаем? Штуки. Подожди, ну-ка по карте посмотреть. Вроде попадаем. Нет, не попадаем. А, нет, не попадаем. Там просто, видишь, вот тут на карте... А, нет, попадаем. Все. Попадаем? Да, просто сначала у меня показало маленькое как окошко, теперь большое, что все-таки, да, нормально. Теперь 340 нужно уничтожить. Но это тоже так, если успеем, сопутствующе. Да, восток. Вот тут еще какая-то банда стоит. Тут какой-то генерал. Шепард. Надо было Шестеренка голова его зовут. Шестеренка голова? Ага. Многодословный перевод. Гирхет. Ну, опа, одна выпала. Оп, неждан. Ты куда его? Я уже думал, он все улетел вообще. Мне хана сейчас будет, где вы там. Где ты? Кто ты? Ладно, Артур, лечи его. Я подержу. Я умру сейчас. Беги. Не умирай. Ран. Ну я вкололся, я, конечно, но что-то вообще на не помогло. Я иду на помощь. Иду. Смотри, он меня сейчас убьет, чтоб потом. Оп. А, все. А не, лечишь, давай. Вытаскиваем. Вытаскиваю тебя, да. Я бегу, но я думаю, что. Отстанет от него, ну. Ну что, он улетел? Нет, нет, к сожалению, не упал. У меня магия называется, отстань.
Слищишь, удар называется, да. На, получи. Я прилетел, ну, всех спас. Все, ну конечно, да. Так, 6 из 8. Я тебе юбку нашел. Новая юбка. Хуже старой. 9 уровня. Это печально. Так, еще надо 2 штуки. 2 штуки тебе еще? То есть они у тебя выпадают, я даже не вижу. Понятно. Не, ну вы это уже выполнили, по идее. Ну да, поэтому так, не еще, вижу. Еще одну. Все. Yeah. Yeah, baby. Ты тоже играл в Ларе? Нет. Там пасхалка была кругом накидана, yeah, червь baby, такой. Yeah. Там эта фраза запомнилась из фильма. Такой. Из фильма «Плохой Санта». Помнишь, Жек Шепард играл? Че, кого, кто? Понятно. Доброе утро. Че там ты Ларри сказал? Это причинял. Лейжи. Ларри Кинг. Ларри. Так, Ларри Кинг похож на лягушку. Эротический квест такой был. Древний. А, да. С усатым чувачком таким. Еще в 3D переиздавали, по-моему. Только там это отстой он, было. Он, по-моему, не усатый был. По-моему, у него вот такие познания была. Эротических квестов. Ну Ларри. Это просто игра была от Sierra Quest. Это было великолепно. Он был просто крутой. Понятно. Это то же самое, что квесты от Лукаса. От LucasArts, по-моему, да? Угу. От Лукаса тоже крутые были. Особенно King's Bounty мне нравилось. Подожди, King's Bounty не от Лукаса, по-моему. Короче, ладно, неважно. Ну, King's Bounty не квест. King's Bounty была игра другая. Хорошая. Другая была, King's Bounty. Не та, ну, что которая... сейчас типа героев. Ну да, я помню. А, King's Quest, я просто название перепутал. Но King's Bounty тоже была. King's Bounty, есть... да, это тоже была, это еще прародитель героев. 20 там с лишним лет назад. Тысяч. Не будь занудой, Джек Шепард. Сам такой. Даша бы сейчас сказала, да о чем вы, это же неинтересно. Ты тут не наговаривай. Она так говорила нам с тобой. Ну, ладно. Да не боли. Скучно. Это все видели. Всю контору, короче, спалил. Ага. На весь вообще мир. Не говори. На все 20 миллионов людей, которые сейчас смотрят это. Тебе не стыдно. Так, уже 24:40, кстати говоря. Так, попутно неплохо получается. Но я как попутно, я всех, кого вижу, всех бью. Ну да, это называется попутно. Нам же не приходится всегда сворачивать. Так, значит, у нас это. Ну да. Я ударил. Артур ударил. Тёма прилетел и убил. Бывает. Так и надо. Вот так. Пока вот. Что идет вот типа тупо зачистка. Гриндилка такая. Да. Ну тупо-тупо, как бы. Маленький Шепард пришел в огород. Больше там никто не живет. Больше жнецы. Что они там не делают. Так, там новый квест, кстати говоря. Где? Ага. Неважно. Точно, ко мне тут, точно. На меня напали. Меня нападают. Хулиганы. Хулиганы. Кто бы мне помог? Ты где? Nobody. А, вижу, вижу. Я не вижу его. Ты, пожалуйста, бегу, 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 бегу. Тут квест какой-то есть, парни. Ну, парни. За него и говорим. Давай все-таки разберемся с ним. Я убил, который в тебя стрелял. Молодец, я очень горжусь собой. Ты просто... Возможно, он, конечно, вообще никого не трогал. Я убил. Ты просто космос. Давай, пойдем дальше. Я космический засланец. Я вспомнил ту картинку. Посмотрите, джедай. Что-то особенное. Похоже, мне надо свои ботинки почистить. Я капитан Терек Вин. Последний офицер, который здесь работает с тех пор, как патрули исчезли. Добро пожаловать на территорию темных светил. А почему последний офицер? Ты говоришь, что здесь нет никакой охраны? Че, шутишь, что ли? Мой командир сдался, этот сектор сдал давным-давно. Мне даже быть здесь не должно. Местные... здесь нет охраны. Какое у них есть будущее у местных? Теперь у Темного Солнца новая игра. Они называют ее Boom.
Чувствую, давай, здесь нечто больше. Украли ящики с продовольствием и зарядили их взрывчаткой. Раскидали их по улицах. И ставят теперь ставки, как долго какой-нибудь дурак попытается открыть один из них, короче говоря. Да, говорит, темные души, говорит, у этих людей. Сам бы, говорит, не поверил, если бы не увидел своими глазами. Людей рвет на куски. Пытался сам выключить, но не смог. Я чуть кругом, не убил. Да, кругом бойцы темного светила. Чуть не убили меня в предыдущий раз. Я разберусь с темным светилом. Все будет сделано верно. Спасибо. Именно этого я и хотел услышать. У них очень простое по устройству взрывчатка. Я покажу, как ее разархивировать. Ладно, говорится. Ну, в общем, мы разминируем, я думаю. Не. Республика скидывает беженцам припасы. Они эти припасы воруют, шпигуют их взрывчаткой. И скидывают обратно на улицу. Чисто, чтобы поржать. Да. Мы выполнили бонусную миссию. А еще нет. Мне еще одного осталось. Мне еще двоих. С 40 пиплами. Пиполисов. Dead people, so everywhere. Mortal Kombat 56 пиполисов. На этой, на 8 битке было. Именно даже peoples неправильно написано. Пиполисов. А там... Там, по-моему, еще этот Гора был самый маленький такой. Да-да-да. 56 пиполисов. Ага. И причем из этих 56 там почти... 5 их, наверное. Да? Ну да, 5, и они все тупо повторяются на этом экране выбора. Вот это упор это было. Блядь, да. Прикольно так вообще. Вот так вот нам лгали с самых ранних лет. Вот тут мы сейчас воду будем очищать, по-моему. Ну да. А что это такое? А, Вирка Шака испортила нам квест. Теперь придется подождать, пока он... Сломала квест? Да, теперь нам нужно где-то, наверное, 30 секунд кулдаун. Часа 4. Мне кажется, тут помой сливают. А ты там помой? Стоишь. Джек Шепард, ну зачем? Я проверяю, подожди. Помой или нет, анализ берешь? На вкус. На язык. Че вообще? Стоим, ждем. Если оттуда кто-нибудь выйдет, я его убью, да. А я первей. Да все нормально. Нам еще два таких надо. Ну понятно. Рубануть. Это же элементарно. Это типа само собой, да? Да. Теперь нам нужна. Куда же. У чувачка даже лазерного меча нет, а он тут бьется. Давайте ему поможем. Ну ты помог, конечно. Я помог. Добил просто. Может, у него очень сильный вибромеч просто. Ну, это такое. И дроид. Тут какой-то упырь нажал. Подождем. Ой, светится. Что ты выключил? Ключи. Не, он выключил опять. Вот. У меня, по-моему, самый красивый меч. Конечно. Мои два вообще крутые. У тебя именно то, что они одного цвета круто выглядят. Я нажал первый. Я. 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 Блин! Там чувак опять успел. Ой, нам было не втроем как дебил стоять, а разделиться. Точно. Ну это так, идея. Умная мысля приходит. Приходит никогда. Never again. Лучше, вот почему ты так резко, ой, резко говорю, редко подаешь нам пример? Мы без тебя совсем отупеем. Что ж, да ты раньше? Замолчи, тихо. Shut up. Вот теперь я буду первым, по-любому. Не исключено. Отойди отсюда, Джек Шепард. Давай, впереди меня, впереди меня. Да я уже не нажал, я промахнулся. Слабак. Сейчас я тебя не буду лечить. Я один починил эту станцию. Подожди, а это что такое? А, нет, показалось, что ящик светится. О-о-о, ящики светятся. Да, то есть дожили уже все. Уже. Последняя стадия. Ну да, это, кстати, какой час уже запись сегодня?
93-й. Ой, уже зрители плюс. Пишут, вы упоротые. Мы не упоротые, мы просто все свободное время. Блин, как фанатизм. Да какой все свободное? Уже 4-й, 5-й час пишем. Да. Так, вы где? 5-й час мы пишем, а Тёма потом все удалит. И зачем он писал, никто не знает. Это так, такая моя судьба. Хорошо. Это печально, на самом деле. Ой, дети. Удар их. Что ты делаешь? Отошел от этого. Назад. Это наш гидросуплай. И он, мы хотим, чтобы он был сломан. Теперь исчезни. За запас. Свали с моего пути. Что вы, ребятки, здесь делаете? Мы живем здесь. Отличный ракурс. Нам нужна эта вода. У нас нет денег. Больше нам их негде взять вот за бесплатно. Мы умрем, если это вырубить. За вами никто не присматривает. А, ну тут не я отвечаю, скорее всего. Они умерли во время войны, поняли? Теперь мы сами по себе. Просто оставь нас в покое. Это единственное место, которое у нас осталось. Единственный путь для нас выжить. Я бы хотел вам помочь. Но это серьезная проблема. Хорошо, но не мог бы ты... Но не мог бы ты дать нам хотя бы немножко денег? Да они врут по-любому, никто у них нигде не умер. Ты денег дал? Конечно. И тебе дали за это темную сторону? Нет, это тебе дали темную сторону. А, мне? Все, говорит, пошли клея купим. Ты такой, дяденька, дяденька, отдайте нам пакет, да? Ты такой, держите, дети. Нет, я им верю. Это нам, чтобы яблок купить и положить в этот пакет. И клей. Ну, конечно. Чтобы пакет не расклеился, да? Это пакет какой-то дырчатый, да? Такой, прикинь, вот так вот до сюда добегаешь, такой остановился, такой... Блин. Блин. Сообразил. Артур, покупай леггинсы, да? Да, да. У тебя, кстати, задание какое-то здесь, Сатурнис, есть. Так, если оно вот у меня есть, зоны. Значит, оно должно быть и у тебя? Нет, только у тебя пишут. Вот в этой зоновой зоне у тебя есть какое-то задание. Прекращи. Зоновая зона. А, мне надо убить еще одного этого самого. Не на самое. Карколыгу это еще. Отошли от Джека Шепарда. Нарколыгу. Карколыгу. Артур, не пинай его ногой. Он мертв. Хорошо. Опять штука прилетела. Так. Дефит Блэк Сан, три штуки какие-то надо убить. Да я думаю, мы вот еще вот квест успеем сделать за Silent Sun Cantina. Нет, не успеем, у нас осталось 3 минуты. И на этом стопы днем, так бежим быстрее. Сюда. Ой, хорошо. Меня сейчас отдуплят. Пишешь. Кто где? Да где там уже народу набежало? Ну они просто смотрят, как меня убьют. Там вон мясная котлета стоит сзади, позади тебя. Они по-моему тебе говорили, они, да? Они на твоей стороне, твое деление. Вот, я какую-то штуку собрал. Что-то желтое. Ахаха. А вы пробежали. А я взял. И как раз это то, что нам нужно было. Да. Ну да, если желтый, то по-любому нужно. Да я удачно зашел. Желтый я люблю. О, бакта. Я люблю 600 опыта и желтое все. Retrieving бакта. Вы вообще за мной, да? А то я точно бегу так. Да вроде. Куда ж мы без тебя? Как надо поехать в Америку, в LucasArts. И... взять с собой и заставить их всех. А у них разве голосуют в Америке? Да. Republic Команда 2. Факт. Ну вообще разленились, сволочи. И как вообще можно было такую историю тупо на середине прервать? Угу. И потом взять и закрыть. Мир несправедлив. Чум, игра офигенная. Ну да. Я помню, за один заход прошел, когда она вышла. Она длинная. Чувак тут кого-то не пускал в этот. Ну, она не настолько длинная, сколько такая сложноватая местами. Ну да. А, тактик сырный. Конец. Хорошо, однако. Да. Где мы, кто, что происходит? Гринго! Мучачо! Где вы? Чик Шепард, похоже, опять убежал вперед. Я уже спрыгнул. Так. У вот тебя это... палка, у меня световые мечи. Ты слабак. Нет, он никого, никому он там не детям нужен. Пристают. А, тебя ну, никто понятно. Не любит. Почему я себя. Не удивлен? Идем, ребята. Я с пацаном поговорил. На путство. О, смотри. Щечки. Зип. Так, хорошо. Это хорошо. Всегда хорошо.
Я практически уверен, что теперь... Что теперь нам к Black Silver Roof этими... зайти. Black Silver Roof. Сериями придется ставить 19+. 27,5 плюс. Ну да. Кто-то такой сидит такой, которому 27 лет. Чёрт! Программа сбилась вообще. Ого, я здесь за ради записи, да, которую вы должны отдать детективу. Давай, говорит, слишком, говорит... Короче, не ори, типа того. Да, потихоньку. Это курсант. Ты не должен бояться за свою жизнь просто потому, что сел не в тот лифт. Он прав. Что это было сейчас? Вообще не понял. Чего мы сюда бегали, да? Мы взяли у него доказательства, которые нас просили. Потому что сам детектив слишком труслив был и не захотел. А, вот. Это вот тот, который без носа был, да? Да. Толково. Так, хорошо. Пожалуйста, доктор, ты должен помочь мне. Я не хочу умирать. Я пытаюсь помочь тебе. Тебе нужно успокоиться. Подожди. А что джедай здесь делает? Такой, а правда, что ты? Я ищу артефакт. Артефакт, говоришь? К сожалению, мне интересно, где он. Эти... боевики темного солнца. Они позвали меня. Типа что-то там подлечить, я нашел это. Они промышляют контрабандой из внешних миров. Провозят, всяких... короче, ее в человеческих телах. Дата-диски. Это ужасно. Джастикар. Они бедняги из нижнего города. А, нет, бандиты наоборот. Один из них очень много заплатил за то, чтобы получить Найктикон. Его имя Ларс. Ларс как-то там. Ларс Бадек. Ларс Ульрих. То он дал Генду, другой Найктикон. Он должен быть за всем этим. Can't get the paperwork to go off world. They're still here. Still hurting. Короче, они не могли еще улететь. Где-то здесь должны быть. У них там проблемы с документами. Они умирают, джедай. Мне нужна эта контрабанда. Вытащить нужно из нее. Но мои руки полны, то есть я не могу этим заниматься. Можешь помочь? Скажи, что мне нужно сделать. У этого внутри что-то с магнитной ID-картой. Короче, нужно найти похожее. Найти сканер. И припасы какие-то надо найти, чтобы оставить, чтобы помочь этим людям остаться в живых. Отчаянный псих. А тут еще, срач. Подожди, тут еще что-то. Коробонька. Остаться в живых. Так, это что? Так, это вот ты как раз припасы взял. Угу. Хорошо, что еще за коробка? Тёма уселся. Нет, все? Тут, это твой квест. Все, больше нет. А ты можешь. Так, и что мне делать? А, ну я думаю, серию завершать. И потом мы идем на думаю... второй уровень. Не, а тут все? Ну вот. Подожди, а вот тут можно все? Еще. Подожди, нет. А, ждем. Вот, идем дальше. Я сканирую, подожди. Кого? Людей. Да. Ничего не нашел в этом. Блин, для чего проработана игра? Это круто. В этом ничего не нашел. Где еще вот такое внимание к деталям? Это же офигительно. В людях провозят какие-то датакроны, да? Я ничего не нашел. Тут может еще один, быть... смотри, лежит. Вот. А, вот еще раз, два. Двое здесь еще. Ну, сюда, родной. А проверь нас. Может, в нас проводят. Тебе по-любому будет там много чего. Я опасаюсь. Мне кажется... Того, блин, я знал, я всегда знал. Ну-ка. Я ничего не нашел. Блин, а в ком? Да я говорю, вы карту откройте, вон там, нам надо на второй уровень куда-то идти. Ну да. Поэтому. Нет, ты бы все-таки нас проверил. Я боюсь того, что я найду Джек Шеффа. Я опасаюсь. Мне кажется, мной управляет кто-то. Анальное зондирование. Провести надо срочно. Как в этом, это как в Южном парке, там такая антенна из поп. Да-да-да. Картман, у тебя из задницы торчит 37-метровая антенна. Да ладно гнать-то. Вот здесь ты должен людей обследовать. Ну, придется, похоже, что ж поделать.
Такова уж наша работа. Да как был фильм-то недавно вышел с этим инопланетянином, который гонялся по городу, такой типа говорит, ты не будешь нам анальные зонды вставлять? Пол. Да сдались нам ваши задницы, говорит. О-о-о. Чужие на районе, что ли? Нет, пол, вот пол секретный материальчик. А, пол, да. Так, и что я тут делаю? Подожди, этот квест называется... А, это с маннеров нужно. Где NPC? Тут просто столько народу, что... Вот, допустим, ты. Понял. О, смотрите, кто-то танцовщицу вызвал. Ничего не нашел. Ладно, пока ищет, мы посмотрим. Я стою, смотрю. Свидание первого лица. Логично. Эй! Тема, шоу отменили. А, все, да. Такой зазомбированный стоит. Вот же люди лежат, да? А где Артур? О, сейчас. Какие люди там лежат? Вот, чувак вот, лежит. Вот, чувак лежит, его только что сканировали. И он, походу, то, что тебе нужен как раз. Да. Наконец-то. Я его не видел там за толпой просто. А ты где там бегал вообще? Ну там один стоял на улице. Пожалуйста, я сдаюсь, не вреди мне. Пожалуйста, не вреди мне. Ом-ном-ном. Тебе нужно вынуть эту штуку из тебя. Она из-за нее ты болеешь. Придется. Мне и так, говорит, уже очень больно. Просто обещай быть аккуратным, хорошо? Разрезай ему пузо. Будь спокоен. Постараюсь без боли. Тёма, ты вообще где? А, ты спрятался. Ник такой есть и торчит. Смотри, а я этому мужику помогаю. Я сижу с ним. Где? Вот. Капец, я что там делаю? Прямо беги. Вы бы видели. Я у него в кишках ковырялся. Смотри, я помогаю ему. Че? А. О, теперь-то лучше. Давай помочь тебе, может. Очень больно, говорит, было. Спасибо. А что ты с ним сделал, там мне интересно. Я ему вспорол брюхо, вынул все лишнее. И съел. И зашил. Оставил. Нет, я и так и оставил. Забрал, да, то, что нужно, и так и оставил развалино. Второй голокрон. Так, ну что, тут, наверное, все, пока. Мудрец всегда ищет знания, но все время ничего не знает. Добро пожаловать, джедай. Очень рад увидеть. Джек Шепард, тихо. Для нас честь. Сзади, сзади. Мне нужна помощь в увеличении. Да не, мужик лучше. Смотри, он. Мой мастер говорит, болен. Нужно вылечить его. Эй! Включи. Включи. Включи давай. Даже знать не хочу. Где баба? Фейерверк, ну ладно. Тёма, прости, конечно, но вот этот мужик сексуальный тебя. Как это так? Ты упорот. Разговариваешь как эти карлицы. Алкоголицы. Атмосфера. Своя. Эй, ты чё? Ты моего парня отобрать? Смотри, 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 смотри. Тихо. Это чё это такое? Папа. Папа. Короче, третий, найти кон надо найти. Чё говоришь? Ты всё там? Да всё. Ты закончил? Спасибо, так, ну ладно, давай послушать. Давай тут уже так, и серию завершать. Давай, да, завершим. Телефона поговорю. Пошли, как это непрофессионально? Папа, где? Джек Шепард, пожалуйста, помолчи. Так, как твои, говорит, поиски продвигаются? У нас прогресс. Два Нетикона дали мне совет. Когда я найду третий, я смогу вылечить. Я рад это слышать. Но прямо сейчас мне нужно увидеть тебя в посольстве. Его он стало хуже. А ее... Короче, они боятся, что произойдет, если она не успокоится. Она атакует всех. Разошлась, короче. Ну да.
Короче, и с этого ты тоже ничего не получил, на третий искать. Ну, что следовало ожидать. Короче, ладно, в следующей серии, похоже, пойдем. И это самое. Будем там уже разбираться, что да как. Да, посмотрим. Еще кучу всего делать, посмотри, список квестов, офигеть. Ну да, список квестов тут порядком, в общем. Нет, тут уже некоторые, что уже сдавать надо, но все равно еще дел полно. Хорошо, ну ладно, давайте заканчивать на этом, наверное. Давай. Увидимся, в общем, в следующей серии. С вами были Григорий, Артем, Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.